Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Ветта». Это «Вечерний вестник». О главных событиях дня расскажу я, Максим Суханов, и наши корреспонденты. Сегодня в выпуске. В Пермском краевом суде началось оглашение приговора Тимуру Бекмансурову. Обвиняемому в массовом убийстве в классическом университете грозит пожизненное заключение. Кировский район – один из лидеров по строительству новостроек. Только вот, по словам местных жителей, из-за этого в некоторых домах стал очень слабый напор воды. Научно-технологический спектакль. В Перми представили премьеру «Солярис». В Пермском краевом суде началось оглашение приговора Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете в сентябре прошлого года. Судья Сергей Коробейников попросил обвиняемого, который после инцидента стал инвалидом, слушать вынесение приговора стоя. Тему продолжит Екатерина Рухтина. Более 100 томов уголовного дела и 3 месяца в ежедневном режиме в Пермском краевом суде рассматривали дело Тимура Бекмансурова. И вот, наконец, сегодня суд приступил к оглашению приговора. По версии следствия, Бекмансуров задумал устроить массовый расстрел еще в марте 2021 года. Он рассчитывал, что его действия приведут к панике, что позволит ему причинить вред как можно большему количеству людей. Бекмансуров из хулиганских побуждений стремится противопоставить себя обществу, продемонстрировать якобы имевшееся у него превосходство над окружающими, пренебрежительное отношение к ним и явное неуважение к общественным нормам и ценностям, без какого-либо фактического повода принял обдуманное решение совершить с применением огнестрельного оружия в дневное время массовое убийство неопределенно большого количества людей в общественном месте и умышленное повреждение чужого имущества. В результате стрельбы, которую он устроил, на территории кампуса погибли 6 человек. 23 получили огнестрельные ранения. Десятки человек получили травмы различной степени тяжести. На оглашении приговора, как и на остальных судебных заседаниях, присутствовали потерпевшие. К счастью, из моих близких никто не пострадал. Но все равно мы как бы университет, мы одна система. Я очень переживал за учителей в данный момент. И вся наша группа, мы отписывали преподавателям. Нам повезло, что у нас пары стояли чуть попозже. Сюда я пришел, чтобы поддержать, во-первых, университет, поддержать потерпевших. Ну и мне реально, как лицу интересна судьба вот этого лица. К счастью, мне кажется, время лечит, и время лечит и в том числе пострадавших. Свою вину в содеянном Бекмансуров признал в полном объеме. Гособвинение просит для подсудимого пожизненный срок. При этом первые 5 лет он должен провести в тюрьме, остальное время в колонии строгого режима. Суд учел, что Бекмансуров ранее не был судим, что в школе и по месту жительства ему дали хорошие характеристики, а сейчас он является инвалидом 3-й группы, но при этом совершил особо тяжкие преступления. В результате суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению. Екатерина Рухтина, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». В Прикамье в период новогодних праздников коммунальные дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Об этом заявили сегодня на заседании краевого правительства. Кроме этого, особый акцент и к поликлиникам региона. В каждой из них на период праздников должен будет дежурить врач. Тему продолжит Валерия Ермакова. Травмпункты, скорая помощь, служба медицинских катастроф и санитарная авиация будут работать в усиленном режиме все праздники. Об этом сообщили на завершающем заседании правительства этого года. Акцент также будет и на оказание неотложной помощи населению края. Круглосуточные стационары, необходимо отметить, что как работали, так и будут работать в круглосуточном режиме по оказанию медицинской помощи во всех неотложных состояниях. Кроме этого, амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать по специальному режиму 3, 4, 5, 6 числа будут доступны участковые терапевты, а также бригады неотложной медицинской помощи. Кроме этого, необходимо отметить, что все праздничные дни будут работать бригады неотложной медицинской помощи в амбулаторном звене, а также так называемые ковид-бригады. Что касается ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона, то для этого сформирована 571 аварийная бригада, подготовленная
подготовлено более 1000 единиц спецтехники, порядка 3000 человек личного состава. Во всех муниципальных образованиях края организовано круглосуточное дежурство, назначены ответственные лица. Для устойчивой работы объектов жизнеобеспечения ответственными лицами в муниципальных образованиях Кировского края осуществляется контроль за подачей коммунальных ресурсов и принятием оперативных мер в случае возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, в случае возникновения нештатных ситуаций, а также по вопросам предоставления коммунальных услуг, потребители могут обращаться в адрес аварийно-диспетчерских служб и организаций, осуществляющих управление жилищным фондом. Пока одни службы будут работать в усиленном режиме, другие, напротив, немного сбавят нагрузку. Так, межмуниципальные и муниципальные автобусные маршруты в новогодние праздники в основном будут работать по воскресному расписанию или расписанию праздничных дней. В некоторые дни количество подвижного состава будет сокращено. С расписанием можно будет ознакомиться на сайте Гортранса и автовокзала. Валерия Ермакова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Эветта». В Кировском районе Перми жители нескольких домов жалуются на слабый напор воды. Причина кроется якобы в новостройках, построенных рядом. Теперь мощности водопровода не хватает, чтобы обеспечить нормальным водоснабжением все дома. В причинах разбирался Виктор Козеев. В квартире Нины Витальевны всегда наготове тазики. Жители новостройки по улице Адмирала Ушакова, 15, научены горьким опытом. Пока вода в доме есть, ей надо запасаться. С этой осенью в нашем доме появилась проблема, что в выходные дни у нас не бывает ни горячей воды, ни холодной. Поэтому мы вынуждены запасаться водой, особенно когда приходит, как говорится, день, когда нужно детей искупать. Выходные дни, а воды не бывает, вода пропадает. Нина Лекомцева живет на 6-м этаже, но давления в трубах порой не хватает даже для ее квартиры. В доме 16 этажей, и у соседей выше ситуация еще хуже. В правлении дома регулярно фиксируют жалобы жильцов, но говорят, что сделать ничего не могут. Журналы регистрации обращений пестрят от однотипных записей. Вот Ушаков 15, нет воды, чуть горячая вода, потому что она не делает циркуляционный круг через чердак, и, соответственно, ее температурный параметр не соответствует. Нет воды. Сейчас проблемы с напором испытывают как минимум 4 дома. По словам жителей, все они располагаются на одной ветке водовода. Калинина 30, Каляева 18, Адмирала Макарова 22 и Адмирала Ушакова 15. Все дома относительно новые, в каждом по 400 квартир. Днем напор нормальный, а вот вечером и в выходные дни воды натурально не хватает. Я вот сам живу на 9 этаже. И, в принципе, тоже испытываю дискомфорт, особенно вот когда вечернее время, люди приезжают с работы, выходные дни. Я просто боюсь сказать то, что у нас будет сейчас происходить новогодние праздники, да? Длительные отпуска, длительные, значит, нахождения дома людей. Жители уверены, основная проблема в особенностях застройки микрорайона и старых коммунальных сетях. Микрорайоны, старые водники и судозавод в последнее время активно застраивались. Раньше здесь были двухэтажные бараки, теперь многоэтажные высотки. И местные жители уверены, старые водопроводные сети с новыми объемами просто не могут справиться. Жители регулярно жалуются и в администрацию города, и в Новогор, и тепловикам. Уже накопилась целая коллекция писем и ответов от различных инстанций. По словам Михаила Дементьева, правление регулярно фиксирует, что напор воды на вводе в дома ниже нормы в 2 раза. В департаменте ЖКХ сообщают, что в курсе проблемы и уже обсуждали ее со всеми заинтересованными сторонами. Компании «Новогор Прикамье» выдано соответствующее указание, поскольку она является в соответствии с постановлением администрации города Перми 644-м. Гарантирующим поставщиком, и поэтому провести какие-то мероприятия, чтобы жители нашего города были обеспечены качественным водоснабжением. В департаменте уверяют, что планируют улучшить ситуацию до новогодних праздников. Вот только жители не верят, что проблему можно решить без реконструкции действующего водопровода. Виктор Козеев, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». В Перми состоялась премьера первого научно-технологичного спектакля. В театре на сцене «Молот» поставили «Солярис». Это новый взгляд спектакля по одноименному роману Станислава Лема. Решение игрового пространства построено исключительно на взаимодействии со светом, лазерами, голограммами и видеопроекцией. Подробности у Полины Рифа. Телефоны не выключать, можно фотографировать и даже снимать видео. Такая редкая роскошь позволена на спектакле «Солярис», надо сказать, чрезвычайно эффектным и зрелищным. Премьера состоялась накануне на сцене «Молот».
Задумывалась постановка как дифирамб современной науки. Партнеры спектакля – Центр компетенции «Фотоника», наш научно-исследовательский университет и приборостроительная компания. Их совместные разработки использованы в качестве художественного оформления в спектакле. Мы используем в качестве оформления, собственно, большое количество проекций, лазеров и театральной сетки, которая позволяет с помощью света менять пространство, делать его то абсолютно бесконечным, то цикличным, то маленьким, большим. И, в общем, собственно, всего лишь там спектакль идет час с небольшим, и за это время мы попадаем в абсолютно разные какие-то миры. «Солярис. Сцена. Молот» создан по мотивам одноименного научно-технического романа Станислава Лема. Идеальная почва для сотрудничества театра и различных научных объединений, которые, признаться, давно мечтали популяризировать свою деятельность. И театральная площадка в этом смысле, пожалуй, лучшее, что можно было придумать. И это тот самый случай, когда зрелищность не только не мешает артикулировать суть проблемы, а наоборот, подчеркивает ее. Сам роман чрезвычайно многогранен. Постановщики делают акцент на одной из его магистральных тем. Это вообще история про проживание травмы и про нашу с вами память, и как человек вообще борется с какими-то травматичными ситуациями, как он их может пережить. По сюжету «Солярис» – это другая планета, и единственный ее обитатель – это мыслящий океан. И здесь, возможно, немало интерпретаций. Океаном может быть и наш собственный мозг, который может бесконечно переживать жизненные травмы, тем самым уничтожая своего обладателя. Вместо того, чтобы он получал новый опыт, а значит, развивался и двигался дальше. Океаном может быть и коллективное сознание, которое генерирует различные сюжеты и равнодушно наблюдает, как их жертвами становится тот или иной представитель сообщества. В конце концов, океан – это соцсети, где мы трудимся над собственным альтер-эго, отдавая ему значительную часть жизненного времени. Другими словами, «Солярис» – это то самое место, где вашему мозгу точно будет чем заняться. Полина Рифова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». К другим новостям из региона их для вас подготовила моя коллега Екатерина Рухтина. Катя, добрый вечер. Тебе слово. Добрый вечер. Главную водную артерию Прикамья согласовали к включению в федеральный проект по оздоровлению рек и озер. Для возрождения Камы и ее бассейна в 2021 году правительство Пермского края выступило с инициативой о необходимости разработки проекта оздоровления Камы и включения его в нацпроект «Экология» к 2024 году. Реабилитация реки предполагает в том числе ликвидацию 19 изливов шахтных вод Кизеловского угольного бассейна и восстановление более 146 гектаров территории. В Перми после ремонта в здании Дома благородного собрания на улице Сибирская, 20, будет создано многофункциональное пространство для проведения мероприятий. Как сообщил губернатор, его планируется использовать для ЗАГСа, торжеств, приемов и концертов. Реконструкция объекта началась летом и должна завершиться в 2023 году. Здание благородного собрания является объектом культурного наследия. Прокуратура Дзержинского района Перми организовала проверку по поводу складирования снега напротив многоквартирного дома по улице Энгельса, 18. Пермяки пожаловались, что снегоуборочная техника расчистила площадку и стала складировать снег с улиц недалеко от здания. Жители рассказали, что подобная ситуация уже происходила в прошлом году. Сейчас снег на территории уже не вывозят. Однако надзорное ведомство рассматривает вопрос о привлечении подрядчика к ответственности за нарушение. В январе в городе вновь пройдет акция по сбору отслуживших новогодних деревьев. Жители смогут сдать елки любых размеров с 8 по 31 января в пункты «Разделяю сердцем». Главное условие – очистить елку от мишуры и металлических предметов. По мере накопления новогодние деревья будут вывозиться в экотехнопарк «Буматики». Затем все собранное отправится на дробление. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть чем поделиться, напишите о своих новостях в мессенджеры телекомпании «Ветта». Для иллюстрации обязательно добавьте пару фотографий или видео объекта вашей новости. Мы ждем ваших новостей по этому номеру через мессенджер, Вайбер или Телеграм. Делитесь своими новостями со всем Пермским краем. На этом у меня все. В Перми прошел зимний бал для иностранных студентов. Песни, танцы и представления. Несколько часов настоящей зимней сказки. В программе были представлены индийская, китайская, арабская, таджикская и русская культуры. Как это было, расскажет Валерия Ермакова.
Бхангра – это зажигательный танец индийских крестьян, которые проживают в штате Пенджаб. Он считается одним из самых известных танцев Индии, так как зародился еще в 16 веке. Теперь своей ритмичностью бхангра будет легко узнаваем и среди других иностранных студентов Прикамья. Носители индийской культуры продемонстрировали его на зимнем балу. Это было очень красиво и очень интересно. Я очень нравится этот концерт. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше, потому что мы знакомимся с культурой других стран, с их традициями. Как они танцуют, как они одеваются, это прекрасно. Такое стоит проводить чаще. На балу через песни, танцы, традиционные костюмы и музыкальные инструменты особенности своей культуры постарались передать студенты из Индии, Марокко, Китая и Таджикистана. В свою очередь, иностранных студентов познакомили и с культурой России. Сердца зрителей трепетали. Вообще было необычно слышать от зрителей такую реакцию, потому что обычно это все спокойно проходит, ну, по крайней мере, на конкурсах. А сейчас это очень так бурно, эмоционально, и поэтому заряд другой вообще получила, как выступающий на сцене. Зимний бал для иностранных студентов, учащихся в Прикамье, проводится впервые при поддержке Краевого министерства науки и образования. Организатором выступил Центр иностранных обучающихся Пермского края. Этот концерт «Зимний бал» создан для того, чтобы отпраздновать Новый год всей большой дружной семьей вузов Пермского края. Атмосфера всегда среди иностранных студентов очень позитивная, но им требуется поддержка со стороны и властей, и каких-то курирующих взрослых. Вузы, безусловно, оказывают очень много поддержки иностранным студентам. Но поскольку они здесь оказались без мамы, без папы, без своей семьи, мы считаем, что необходимо оказывать им больше поддержки для социализации, адаптации. Для них здесь все совершенно в новинку. Мы очень хотим, чтобы к нам приезжало больше иностранных студентов, чтобы им нравилось у нас в стране, чтобы они здесь с радостью оставались, чтобы они праздновали с нами наши и свои праздники. Организаторы надеются, что такой праздничный концерт станет доброй ежегодной предновогодней традицией. Валерия Ермакова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». Как сэкономить и не платить лишнее, даже если это касается налогов? Разбираемся вместе с Эдуардом Матвеевым в его рубрике «Правила денег». Не платить лишнее. Финансовая грамотность подразумевает в том числе и не платить, когда это возможно сделать. В данном случае это касается налогов. Но сегодня я имею в виду тех, кто, возможно, слушал наши передачи и открыл себе инвестиционный счет. Уже около недели назад наиболее ответственные брокерские компании стали рассылать своим клиентам уведомления с просьбой оставить на счете необходимую сумму в рублях, чтобы на них можно было заплатить налоги. Кто не знает, скажу, что инвестиционные компании являются так называемыми налоговыми агентами. А значит, рассчитывать и уплачивать ваши налоги они будут самостоятельно. Уплачивать из ваших денег, разумеется. Но зато вам не придется собирать бумажки и составлять налоговую декларацию. Это очень удобно. Но многие люди удивляются, когда, вложив деньги на бирже в начале года, видят пугающий минус по своему счету, но при этом у них удерживается еще и налог. Люди возмущены. Почему? Объясняю. Не забывайте, что налог рассчитывается только с полученной прибыли, ну, то есть вам ее нужно зафиксировать. Действительно, часто бывает так, что человек продал в течение года с прибылью несколько акций, а убыточные позиции трогать не стал. Убыток не зафиксирован, налоговый его и не видит, а прибыль видит. Что делать? Чтобы справедливость восторжествовала. То же, что и опытные инвесторы. Уточнить в вашей компании, какова зафиксированная прибыль по вашему счету, и на такую же сумму продать с убытком те ценные бумаги, по которым вам пока не повезло. И тут же купить их обратно. При этом вы никого не обманываете, ведь в дальнейшем при их продаже вам все равно придется платить налоги. Это были «Правила денег», с вами был Эдуард Матвеев. Вечерний вестник в эфире телеканала «Ветта» продолжается. И вот о чем пойдет речь в ближайшее время. Снежные невзгоды. Сегодня в программе «Эх, дороги» о том, почему некоторые полосы проезжей части никто не чистит. Отправились на перекресток улиц Революции и Островского.
Увидеть смогут все. Новогоднее световое шоу на телебашне стартовало уже сегодня. Пермская телебашня, которая находится на Садовом, сегодняшнего вечера засияла по-новогоднему. Световое новогоднее шоу будут включать с 18:00. Подсветка будет работать с 28 декабря по 13 января. Пермская телебашня высотой 275 метров, третья по высоте телебашня в России. Построена в конце 2016 года и предназначена для трансляции программ цифрового телевидения и радиовещания. Сегодня кому-то из наших подписчиков в телеграм-канале «Ветта Эх Дороги» достанется приз конкурса «Набор автомобильной косметики». И это произойдет буквально через 6 минут. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если еще нет, сообщайте свои дорожные новости. А прямо сейчас традиционно отправляемся на пермские дороги. Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Поехали! Перекресток улиц Революции и Островского. Ну, фактически, центр города, сердце Перми. Снегопада обильного не было давно, но мы, по сути, вынуждены возвращаться к его последствиям вновь и вновь. Хотя, казалось бы, проезжая часть, вот она, почищена. Даже тротуары, которым тоже очень много вопросов, и я, друзья, получаю в телеграм-канал все ваши сообщения, даже тротуары здесь почищены. Но вот беда. Парковочные карманы и обочины. Тут, как говорится, все как-то очень плохо. Так вот, если двигаться по улице Революции со стороны бульвара Гагарина, то мы увидим, что одна полоса, как раз которая вот ведет снизу при повороте направо, не почищена, ну, там буквально метр. Почему? Развожу руками. Давайте поближе подойдем. Кстати, сообщение я получал по поводу того, что проезжая часть заужена из-за того, что не почищены обочины, как раз на улице Островского. А сейчас мы наблюдаем, что здесь все почистили. Но, видимо, до улицы Революции пока не добрались. Хочется в это верить пока. И, может быть, когда вы уже смотрите эту программу, то вот этот вот участок почистили. Не знаю. Но я также хочу обратить внимание, вот я уже сказал, что тротуары вроде бы как у нас почищены, а вот пешеходам, конечно, не позавидуешь. Посмотрите, каток, самый натуральный каток, это переход улицы Островского, получается, прямо перед перекрестком с Революцией. Вообще не представляю, как здесь ходит, и я все-таки надеюсь, что никто еще не пострадал. Вместо четырех полос перекресток превратился в три полосы. Вообще у меня есть ощущение, что за всю зиму здесь ни разу не убирали. Но это очень странно, друзья, согласитесь. По сути, одна полоса в центре города, и она в сугробе. Как это возможно? Ну, мы все с вами удивляемся. Но, видимо, как-то возможно. То есть, получается, ширина одной полосы вот здесь вот метр. Ну, ладно, хорошо, полтора. Тем не менее, автомобилисты, конечно, умудряются вставать все-таки в 4 ряда, не в 3. Но если по правилам, то здесь осталось только 3. Ох, друзья, я не знаю, сколько мы еще будем возвращаться к этой теме, но как же хочется, и, наверное, не только мне, чтобы в 2023 году, наконец, мы увидели, как работают подрядчик и гордились им, по-настоящему гордились. И вот чтобы я выезжал на дороге и
не ругался, а говорил, что посмотрите, как должно быть. А может быть, брал бы соседние регионы и говорил, а посмотрите, а у них так нет. Но пока, увы, мы констатируем факт, это улица Революции, одна полоса в сугробе. И, видимо, кто-то считает, что это не нарушение. Хотя, конечно же, это нарушение, да еще и какое. Да, друзья, я езжу на машине, редко хожу ногами, хотя, видимо, надо чаще. Проблем у нас в городе много. Посмотрите. Лед. Тротуары хоть и почищены, но можно на коньках. Здесь, друзья, с вами и попрощаемся. Прямо на проезжей заснеженной части. Будем надеяться все-таки, что, конечно, в ближайшее время вот это вот безобразие уберут. Хочется в это верить. Ну а прямо сейчас мы объявим очередного победителя нашего конкурса в телеграм-канале «Ветта Эх Дороги». И сделает это Лера Ермакова. Ей слово. Можно заезжать здесь или вот здесь. Что обозначает этот знак? Для автомобилей ли это дорожка? Каждую неделю в нашем телеграм-канале «Ветта их дороги» вы можете принять участие в конкурсе на знание правил дорожного движения и выиграть подарки. Участвуйте! Для начала хотим поздравить победителя нашего прошлого конкурса Дмитрия Горбунова. За правильный ответ он получил от нас топливную карту. Поздравляем! Также в нашем прошлом выпуске мы задали вам новый вопрос. На каком расстоянии до скользкого участка дороги устанавливается данный знак в населенном пункте? Первый вариант был 150-300 метров, второй вариант 50-100 метров и третий вариант непосредственно перед началом скользкого участка. От нашего эксперта вы получили небольшую подсказку, что внимание стоит обратить на то, где именно движется автомобиль. А сейчас давайте узнаем правильный ответ. И поможет нам в этом также наш эксперт Владимир. В данном случае правильный ответ будет под номером 2. В населенных пунктах знаки предупреждения устанавливаются за 50-100 метров. В опросе в нашем телеграм-канале «Ветта Эх Дороги» мы получили 634 ответа. Второй правильный ответ выбрали 468 человек. Среди всех правильно ответивших подписчиков мы выбрали победителя. Им оказался пользователь Ольга с последними символами никнейма, которые вы видите на экране. Поздравляем! За правильный ответ вы получаете от нас подарок. Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить набор автокосметики. На этом конкурс этого года подошел к концу, но не переживайте, в 2023-м он продолжится. А пока мы хотим поздравить всех победителей этого года. Счастливыми обладателями топливных карт, наборов автокосметики и билетов в цирк стали 15 наших телезрителей. По словам большинства, это их первый выигрыш, поэтому участвуйте и побеждайте и вы, но уже в следующем году. На этом вечерний вестник заканчивается. Я, Максим Суханов, говорю вам до свидания. Спасибо, что вы с нами. До встречи и будьте здоровы.